Всем привет, друзья! Вы на канале Дождевые псы, которые уже называются не Дождевые псы. Во-вторых, давайте поговорим о том, что происходит с каналом. Например, Дашка, X-Расстрой и X-Солдик, YouTube. Этот канал, который я записываю. Так вот, это канал, который я записываю, с ними что не происходит. С ним нечего делать. Каналы все сейчас устарели, аудитория не набирается, это сейчас не стильно, не модно, и нечего делать, и нечего снимать. Во-вторых, что происходит с сериалами, фильмами, которые мы снимали на Солдик, на компанию Хагли, которая нам помогала. С ними ничего не происходит, с компанией мы потеряли связь, но сейчас мы как бы уже связались и что-то пишем новое. Мы очень долго ничего не снимаем, потому что мы не знаем, что снимать. Еще попросту лень, нету идей и так далее. Вот есть Солдик YouTube. Он не знает, что ему снимать. Аудитория не растет. Вот, например, Стендов. Что это? Игра, которая уже нельзя подняться. X-Строй X, который менял название ZX, Kill, потом Дашкер, много еще раз как. Было много видео и стримов, которые ограничены полностью и недоступны никому. Некоторые файлы даже удалены. Так что вот. Давайте еще поговорим сейчас о чем-нибудь. Какой же сериал мы сейчас снимаем? Сценарий мы придумываем. И прямо сейчас мы придумываем название. И мы даже еще не начали снимать. Потому что год мы ничего не снимали. Самокатеры Free Fake не выйдут, они полностью все отменены. Мы этим годом не занимались, все бросили и так далее. Каждый сейчас занимается своим делом, которого нет. Катаны его друзья. Много раз тоже название канала менял. Сейчас он бросил YouTube канал и чисто все поменялись. Он бросил свой канал, он больше ничего не снимает, аудитория не растет. Могла вырасти благодаря мне, но он закончил свое дело. Вот The Dexteris, он снимал и просто пропал. Но мы знаем этого человека, мы всех из него узнаем. Вот. Мой другой старый канал, где я записываю видео, куда пропал Серега Про, то, что он стал словить YouTube, вот. Как объяснить? Этот канал уже никому не нужен. Хоть я его и продал, отдал, он просто висит. И у меня есть к нему доступ. Неудивительно, не правда ли? Вот. Что же мы будем делать дальше? Мы сейчас дальше, наверное, будем писать сегодня сценарий. Мы это видео записываем в спешке. Будем писать сценарий. Что-то снимем. Будем выпускать. Попробуем снова как-то взлететь, как на самокатерах. Даже должен был выйти воркаут. Но воркаут не вышел, потому что другой чел отлетел. Не имеем с ним общения. А во-вторых, другая команда распалась. Мы теперь остались вдвоем, мы будем что-то с этим делать. И придумывать что-то новое. Так что будем делать на этот канал, наверное, проведем какой-то стрим по CS GO, по Warface, хоть эта игра не актуальна, что-то вот по Dota и так далее. Вы были на этом канале, название которое я уже не помню, так как я это на спешке. Вот. Так что всем удачи и всем пока. Мы будем с вами на связи. Обязательно подписывайтесь и также обязательно будьте на связи с нами, как мы с вами. Мы решили вернуться полностью. Всем удачи и всем пока.